Хоккей – это то, что учит нас побеждать с раннего возраста. Да, приходится терпеть боль, горечь поражения, возможно, даже обиду. Хоккеист тот, кто, несмотря на все это, продолжает стремиться к победе. А значит, живет. Живет этой игрой. В общем-то, главная задача проекта – это создать не только привить ребенка к спорту, да, но еще создать такую командную атмосферу, чтобы дети подружились между собой, чтобы они вместе куда-то ходили, вместе все смотрели. Каждый родитель, который приводит ребенка в хоккей, он ждет, что тот подпишет профессиональный контракт с КХЛ, да, или что-то такое, будет зарабатывать этим на жизнь, да, но мы забываем, что хоккей – это прежде всего игра, это веселье, это спорт, да, это здоровье. И вот эти, наверное, главные задачи нашего проекта. Есть возможность просто прийти и позаниматься хоккеем, да, как ни странно бы это звучало, вот, но это то, что мы порой упускаем. До нас никто из хоккейных брендов не делал такое глобальное мероприятие. Мы заключили партнерские соглашения с лучшими тренерами, которые занимаются именно любителями. Уникальная возможность проекта – это в том, что дети не только получают бесплатную экипировку, но и за 3 месяца профессиональный тренер обучит их максимально возможным азам хоккея. В этом году мы превзошли сами себя, то есть в этом году у нас было чрезвычайно много интересных событий для детей. У нас была специальная тренировка на хоккейных тренажерах в центре BeLikePro. У нас был мастер-класс с игроком олимпийской сборной женской. Хоккей – это игровой вид спорта, да, и не бывает такого, что просто потренировались и разошлись, да, обязательно нужно играть. Они играют турнир в круговую систему друг против друга, и потом первое-второе место будут играть в суперфинале и определят победителя нашего проекта. У нас задача научить их хоккею, дать им понимание этого вида спорта, чтобы они пришли в него, чтобы они продолжили заниматься на профессиональном либо любительском уровне, были с нашим брендом дальше, занимались хоккеем. Постоянно делаем много интересных проектов. Чтобы быть в курсе всех наших мероприятий, обязательно следите за нашей группой ВКонтакте, за нашим Инстаграмом, за нашим каналом на Ютубе. Участвуйте, подписывайтесь, вступайте. Спасибо за внимание. Всем бауэр!